Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Поземка». Все отлично, все красиво. Люди, микрофоны, пиво. Тихо ветерком шурша. Ползет время не спеша. Так часок другой проходит. Время в никуда уходит. Сколько времени не трать. Нам его нельзя догнать. Нужно с ним... Нужно с вами нам спешить, до конца свой срок прожить. Беды все и неудачи в этом мире пережить. Я вам этого желаю. Дай Бог, чтобы все получилось, чтобы удачи у нас было больше. Спасибо.